мы сидели с мамой с ними дома. Начали выть сирены. Сначала был обстрел, а потом бомба. Просто это страшно. Из-за войны разъезжаются много людей. Очень бы хотелось, чтобы она закончилась. Прекратить войну. Чтобы город жил и начали выстраивать то, что уничтожили. Но это очень такой яркий, большой город, много друзей, сами люди хорошие, город, много там красивых улиц, те же парков, построек больших очень много. Потом просто ну, такой душевный, открытый, очень хороший, красивый город. Во-первых, семья, во-вторых, наверное, все-таки друзья и все люди, которых я знаю. Училась я там до 3 класса, ходили на всякие выставки, убирали школьные дворы, потом много просто знакомств было. Ну, в принципе, как в обычных, вообще, обычных школах. Но это очень страшно. Может, у кого-то там, у кого-то я дорогого человека из семьи забрала, тот же дом. Ну, слава богу, у меня все хорошо. Бабушка, дедушка все в Донецке, остались там. Живут, в принципе, как и было все, но сейчас там страшнее намного. Там может что-то случиться резко, там упадет бомба куда-нибудь в дом. Мне кажется, люди больше начинают закрываться в себе. Когда страшно, начинает сразу паника в голове, эмоции меньше. Я бы хотела вообще уехать из страны и продолжить свое будущее. Ну, не знаю, в какой еще стране, но, может быть, какой-нибудь другой. Ну, конечно, чтобы был мир, чтобы мои родные, которые жили там, они были счастливы. Чтобы они шли к своей мечте и осуществляли их, и не создавали, ну, это как бы сейчас для всех стран, чтобы не было никаких конфликтов, как бы, и чтобы все были, жили в мире и в доброте.